Александр, я являюсь директором учебного центра EdMed. И сегодня мы проводим прямой эфир с легендарным человеком Максимом Юрьевичем Сергеевым, кандидат медицинских наук, ректор Академии Наутилус и, самое главное, управляющий интеллектуальными ресурсами экосистемы Галактика. Максим Юрьевич, очень рады видеть вас. Смотрите, мы сегодня собрались, потому что мы в конце апреля проводим курс по управлению медицинскими организациями. Хотели бы задать вам пару вопросов по этому курсу и про общее состояние рынка индустрии красоты и медицинской косметологии. Готов. Подскажите, как вы оцениваете состояние рынка, что сейчас происходит, потому что, учитывая коронавирус, да, вот какие тренды вы наблюдаете в посткоронавирусной эпохе? Добрый день, друзья, рад всех приветствовать. Отвечая прямо на этот вопрос, я считаю, что дна мы уже достигли. Понятно, что эпоха посткоронавируса, ну, не обрушила. Были такие слова, что «ой, рынок обрушился». Нет, я этого не вижу. Сказать о том, что рынок упал полностью, это будет ложью. Но я буду считать, что ближайшие 2-3 года не то, что будет все хорошо, но мы будем отталкиваться от дна. Конечно, наибольшее влияние на наш рынок оказывает снижение покупательной способности населения. Это было, и в ближайшие 2-3 года это будет. С другой стороны, ну, на всех занятиях я в качестве вступления рассказываю про теорию поколений. И кто уже слышал мои выступления, я думаю, со мной согласится. В ближайшие 2-3 года на рынок выйдет новое поколение врачей, поколение Z, молодые врачи. Я жду от этого, во-первых, появления новых интересных людей в наших клиниках и за счет этой обострившейся конкуренции усиления активности уже состоявшихся врачей. Я считаю, что это крайне позитивно скажется на рынке. В общем, я человек позитивный, веселый, лысый, толстый. Я считаю, что у нас в ближайшие 2-3 года будет все хорошо, но хочу всех предупредить. Во многом именно поэтому мы этот курс проводим. Вот сейчас те клиники, которые смогут понять, что мир поменялся. Вот сейчас те клиники, которые смогут соединить интеллект каждого отдельного врача в некий коллективный интеллект, вот те и займут значимую долю на рынке. Короче, рассказывая, отвечая на вопрос кратким текстом, происходит переформатирование рынка. И происходит оно в лучшую сторону. Вот так я скажу. Супер. То есть мы можем ожидать рост. Да. А несмотря на, как вы оцениваете покупательскую способность, соответствует ли она? Я опрашивал, ну, во-первых, я опросил своих пациентов, я периодически сижу на первичном приеме в тех клиниках, которые курирую. Ну, с моей точки зрения, снижение покупательной способности населения в среднем 20-25%. При этом, давайте откровенно, есть люди, которые в эпоху посткоронавируса стали зарабатывать больше. Нельзя этого скрывать. Есть люди, которые, ну, кому война, кому мать родна. Поэтому есть люди, которые, ну, это тоже некрасиво, так сказать, как будто мы их обижаем. Нет, есть люди, у которых за это время резко выросло благосостояние. Причем, ну, честно выросло благосостояние. Поэтому, да, снижение покупательной способности, я сказал, 25%, но есть люди, которые стали активнее посещать косметологов, поэтому я считаю, что не все так страшно. То есть инвестиции в себя – это самые лучшие инвестиции? Да, инвестиции в себя – это самые лучшие инвестиции. Это тот актив, который никогда не падает в цене. Окей. А скажите, почему вы проводите этот курс? Почему вы выбрали именно блок первый персонал? Что особенного вы видите в этом и какие нюансы необходимо учитывать? Ну, друзья, давайте так. Во-первых, запрос на обучение руководителей предприятий индустрии красоты и клиник, в частности, это запрос постоянный. И в AdMed приходит, ко мне в Instagram приходит, в Академию Наутилус приходит. Я в свое время как-то, Спартак Иванович Каюмов, совладелец Академии Наутилус, мой близкий друг, главный трихолог Российской Федерации, он спросил: Максим Ильич, вот если тебе дать время, вот сколько ты хочешь, сколько тебе нужно учебных дней, чтобы ты из человека сделал монстра, управляющего клиникой, просто зверя. Я серьезно отнесся к этому запросу, я сел, ну, выписал все навыки, которым он должен владеть, уровень знаний. Ну, то есть вот я не связан ни деньгами, ни временем, сколько мне нужно времени. У меня получилось 64 учебных дня. За 64 учебных дня я из любого человека сделаю зверя, монстра. Но понятное дело, что в современном мире 64 учебных дня, ну, давайте признаемся, нереальный формат. Поэтому, во-первых, я решил выделить узкую группу. Если вы, ну, я надеюсь, дорогие друзья, что вы посмотрите план нашего обучения. Он называется, там есть такая отсыл, на меня ужас, на меня повесили клинику. Я объясню, что я имел в виду. Ну, во-первых, начну я с личного опыта. Я был врачом по коррекции фигуры, на тот момент был заведующим отделением.
Я врач популярный, привык к тому, что загрузка у меня очень большая, и в какой-то момент там 2-3 пациента выписалось, у меня есть 3 часа пустого времени. А многие, кто будут нас смотреть, со мной согласятся. Если ты привык к тому, что с 9 до 21 тебе не присесть, а тут 3 часа свободного времени, поначалу это радость, посплю. А потом в голову начинают лезть плохие мысли. Значит, какие мысли? Меня здесь не любят, меня здесь не ценят, я очень мало получаю, вообще безобразие, на что я трачу лучшие годы своей жизни. В общем, я посчитал, посмотрел, что за 2 года работы врачом по коррекции фигуры я не пропустил ни одного рабочего дня, а когда у меня болела напарница, я за 2 месяца отработал 61 рабочий день. И я собрался идти к владельцу клиники, ну не то что с требованием, с намеком на то, что мне надо повысить заработную плату. Причем я получал, не помню, там около 30%, а хотел 35%. Я думаю, ну я сразу по 35% с ним говорить не буду, вдруг он даст 40%. Прихожу к нему, я говорю, слушайте, я тут посмотрел, я за 2 года не пропустил ни одного рабочего дня. Он полистал записи свои, говорит, да. Я говорю, я молодец. Он говорит, да. Я говорю, и? И вот тут, конечно, он подумал, встал, поправил пиджак, говорит, поздравляю, Максим Ильич, вы теперь главный врач. А. Денег больше не стало. Б. Вот это тот синдром, что поначалу, класс, я теперь главный врач, у меня... А потом фраза, на меня повесили клинику. И что теперь делать? Так вот, друзья мои, наверняка у многих из тех, кто смотрит наш прямой эфир и будет его смотреть, реально такая ситуация. Вы либо врач, либо, возможно, не врач, на вас повесили клинику. Причем это в основном происходит внезапно. Очень часто, когда какой-то из врачей проявляет какую-то активность, ему говорят, ну, раз ты самая активная, на, рули, пожалуйста, рули клиникой. Вот для этих людей мы разбили, ну, вот утрирую, конечно, вот эти условных 64 рабочих учебных дня, чтобы стать монстром, разбили по блокам. Я адекватно оцениваю загрузку, поэтому я считаю, что идеальная длительность блока 2 дня. Это на то время человек может приехать к нам в Петербург и пройти узкую тему. То есть я избрал стратегию «узкая тема». Мы разбили управление клиникой на очень много кусочков. Почему начинаю с персонала, друзья мои? Если вы откроете любой учебник по антикризисному менеджменту, там будет написано, что начинать надо с людей. Когда тебе что-то достается в управлении, ларек или государство, начинать надо с людей. Поэтому первая тема, это будет блок персонал. Это чистка авгиевых конюшен. В этой теме у нас будет блок, раздел подбор персонала, современный адекватный подбор персонала, проведение первичного собеседования, заработная плата, то есть материальная мотивация и нематериальная мотивация. Вот это основные блоки в нашем двухдневном блоке персонала. Ну, наверное, важно подчеркнуть, что у нас еще будут 2 приглашенных эксперта. Да, дорогие друзья. Которые имеют большой опыт. Да, совершенно справедливо. Понятное дело, что мы очень хотим, чтобы помимо лекционного материала вы еще и получили, ну, то есть лекционного управленческого материала, вы получили юридическую помощь, причем именно даже не в плане лекций, а конкретный юридический консалтинг. Поэтому у нас будет выступать юрист, который расскажет про документооборот трудовой. Мы дадим образцы документов, то есть будет пакет документов. И обязательно разберем подводные камни и варианты мошенничества в трудовых отношениях, с которыми может столкнуться управляющий клиникой. Это будет очень интересный блок. Ну и мне очень не хочется говорить, что это вишенка на торте, потому что это не вишенка. Это вишня. Это прям большая, красивая вишня. Алексей Игоревич Богатенков, великий человек. Это основоположник деонтологического направления в бьюти-менеджменте. Это главный врач, самый успешный главный врач косметологической клиники в Российской Федерации. Это человек с самым высоким индексом Хирша среди всех нас. То есть на него ссылаются больше всего. Мы сделаем с ним круглый стол. Алексей Игоревич придет к нам, и вот и я, и все мы, молодые управляющие, Алексей Игоревич ответит на любые наши вопросы. Алексей Игоревич обладает запредельным опытом и очень четким своим взглядом на основные вопросы. Именно вот управление клиникой и, в частности, работа с персоналом. Как вы знаете, клиника «Галактика» является самой успешной финансовой клиникой. Ну, честно признаюсь, я посмотрел и всей Европы тоже, не только Российской Федерации. И существует она уже очень долго, поскольку работает в белую, и все финансовые показатели этой клиники можете посмотреть в открытых источниках, есть чем гордиться и есть чему учиться. Супер.
И давайте напоследок тогда обсудим просто, какие тренды управления вы наблюдаете, да, то есть есть ли ошибки, которые молодые управленцы или доктора, которые пытаются открыть собственный бренд, или молодые предприниматели, которые работали, например, в других областях, таких как строительство, mm-hmm. ну вот у них есть площади, они решили их реализовать, потому что, к сожалению, коронавирус показал, что нет смысла сдавать в аренду, иногда проще открыть самому. Меньше потерь, меньше инвестиций, и ну, ты не остаешься у пустого корыта разбитого, да? Ну, смотрите, давайте попробуем подойти так. Во-первых, на сегодняшний момент современное управление клиникой невозможно без компьютерных технологий. То есть система CRM – это первое, ну, вернее так, это то техническое оснащение, которое управляющий должен подобрать, изучить насквозь и научиться этим пользоваться. Для меня огромное значение имеет время. CRM-программы стоят в любой клинике. Вопрос, насколько ты ее знаешь, насколько она соответствует реалиям времени, насколько ты быстро умеешь ей пользоваться. Те же самые отчеты и по персоналу в том числе нужно делать очень быстро. Это первое. То есть все больше и больше управляющий становится, должен становиться быстрым потребителем CRM. Скажу это немножко по-детски. Во-вторых, нужно понимать, что врач, современный врач-косметолог, будучи носителем огромного объема знаний, будучи носителем коммуникативных навыков с пациентами, очень сложный человек. Нельзя ко всем врачам и ко всем сотрудникам клиники относиться одинаково. Поэтому мы поставили перед собой эту задачу, этот блок обязательно будет. Психология. Психология общения, психология влияния. Это тоже тот навык, которым должен обладать управляющий. Мы будем учить конкретным приемом. Обязательно в дальнейшем развитии мы сделаем краткий тренинг по актерскому мастерству для управляющего. На сегодняшний момент это тоже, то есть любой современный управляющий, немножко психолог, немножко актер. Очень важный момент, это сочетание материальной и нематериальной мотивации. Вот на эти вопросы мы будем отвечать прямо в этом блоке. Нужно, Александр спросил про тренд, и я скажу. Значит, друзья мои, я сейчас, к сожалению, полностью раскрыть то, что я сейчас скажу, не смогу, время не позволяет. Но я умную мысль-то произнесу. Медленно, но верно, идет тенденция, когда врач, только не пугайтесь того, что я сейчас скажу, сам себе выбирает систему заработной платы. Сам себе. Ну, из предложенных. И вообще четкая тенденция, когда, я утрирую, в клинике работает 8 специалистов, из них 4 врача, 4 там, специалиста, и у всех 8 разные системы заработной платы. Современная компьютерная программа позволяет считать все, что угодно, а люди разные. Действительно, нельзя всех под одну гребенку сваливать. И еще важный момент. Долгие годы я каюсь, и я, вот, если вы найдете там мои выступления 15-летней давности, я с трибуны кричал, что «Товарищи, давайте наведем порядок с материальной мотивацией! Достала эта нематериальная мотивация! Что за бред? Это лучший врач месяца и диплом на стенку!» Сейчас я по-другому к этому отношусь. Нематериальная мотивация не опережает, конечно, материальную по значимости, но является такой же важной. Нематериальная мотивация – это креатив управляющего. Как тонко и красиво ты сможешь это настроить внутри клиники, настолько и будет зависимость, ну, не правильно сказать зависимость, а лояльность специалиста к этой клинике. Друзья мои, вот это мы с вами в нашем блоке «Персонал двухдневном» изучим вдоль и поперек. И я расскажу все, с чем сталкиваюсь. У меня в этом смысле есть огромное преимущество. Я постоянно езжу по стране и вижу, как работают конкретные клиники. Я даже в своих лекциях называю какой-то прием, который я увидел, по имени клиники или по городу, в котором я с этим столкнулся. То есть мы постараемся дать всю полноту приемов, которые только могут быть использованы. Вот это основные тренды в управлении клиники, которые я могу сейчас, ну, по крайней мере, на этом этапе нашего разговора сказать. Супер. Тогда предлагаю. Да, напутствие. Нам... Да. Значит, дорогие друзья, хочу предупредить всех тех, кто все-таки соберется к нам. Дорогие друзья, работать будем много. Начало в 9 утра, заканчиваем в театре. Да. Если вы внимательно посмотрите нашу программу, то вечером первого дня, то есть между первым и вторым днем, мы с вами пойдем в театр.
Вы меня простите, друзья, но все-таки второе мое высшее образование – театральный институт, так получилось. И я, конечно, многие приедут в наш родной город, в город Санкт-Петербург. Но быть в Петербурге и не сходить в театр – это неправильно. Поэтому мы поучимся очень плотно, и потом съедем. Я подберу специально спектакль, который нам всем понравится. И, друзья мои, без дураков будет экзамен. Поскольку мы очень ценим объем информации, который выдадим, поскольку мы очень ценим тот диплом, который мы выдадим, поэтому по окончанию второго дня обучения будет экзамен, сдавший экзамен получит диплом. Все будет очень серьезно. Справедливо. Тогда, коллеги, хотели бы поблагодарить вас, Максим Юрьевич, за то, спасибо, что нашли время. И желаем всем хорошего дня. Ждем вас 29-30 апреля в Санкт-Петербурге. Информацию можете увидеть у нас в профиле в Инстаграме или на сайте. Спасибо. До встречи. С наступающим 8 марта.